После того, как Анастасия Волочкова рассказала публике, что ее дочь живет не с ней и, более того, перебывает в страхе, так как отец не позволяет девочке говорить Насте адрес ее дома и, по словам балерины, грозится, что убьет наследницу. Общественность задалась вопросом, почему дочь Волочковой не может уйти от отца-тирана и переехать к матери в огромный особняк. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» танцовщица лично рассказала о том, что такое решение дочка приняла сама. Ей гораздо удобнее добираться до школы из папиного дома. Это избавляет 14-летнего подростка от перебывания в многочисленных пробках и раннего подъема по утрам, так как отец Ариадны живет в центре, а дом Волочковой расположен в Подмосковье. Было сложно совмещать это с тренировками и другими увлечениями. Поэтому мы решили с мамой, что мне будет так проще строить свою жизнь в центре, говорила ранее Ариадна, отмечая, что любит одинаково обоих родителей и вовсе не против жить с отцом. К сожалению, ситуация изменилась достаточно быстро. На данный момент дочь Волочковой утаивает события, происходящие за стенами ее дома. Анастасия признается, что испытывает душевную боль от бессилия в данной ситуации. «Моя дочь сейчас живет со своим отцом в аду и запрещает мне об этом говорить. Она боится, что папа ее убьет, сделает ей плохо, если я расскажу об этом на всю страну», — поделилась она проблемой в эфире.